пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Всем привет, вы на канале Ведьмак, я продолжаю проходить классику, спасибо, поскольку песенку игрушку. Пока. Всем приятного просмотра. Что наша главная наша цель? Найти, постараться найти Валерию Вэл. На этом авианосце. Пойдем. Ваша, чтобы она еще жива была. Но я думаю, она еще жива, все-таки какие-нибудь данные найдем, а не... Главное, будет чеку не думать. Кроу нам задницы поджарит, если мы этого гада не найдем. Я что-то не понял. Между взорванной яхтой и этим местом пара дюжин наших парней. Ты ничего там не видишь? Ответ у вас немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. Бля, откуда вы выйдете? Друг, ты жив? Блин, друг, ты жив? Жив, жив, он, ладно. Я знал, что у вас тут много, бля. Я предчувствовал, да. Так, о! Фонарик. Самое то, нужная вещь. Так, лучше теперь сходить, а. Внимание всему персоналу! Объявлена тревога. Немедленно докладывайте обо всем подозрительным старшему офицеру. Еще не тот. Так станут, блин, а. Это искать. Он девушка, конечно, лучше. Так, опа, петушок. Так, что-то найду патрончики, опа, зашибись. Что, дойдем дальше? Тут сектор зачистен. Зачищен. Я имею в виду. Так. Внимание всему персоналу! В зоне замечен посторонний. Он среднего роста и телосложения. Одет в красную гавайскую рубашку. Он вооружен и опасен. Стрелять на поражение. Не получилось, а? Так как это будет? Как ни хрена себе не придержу с ними? Пожахали, а? Ёп твою налево. Ой, слава богам, а. Я забыл броник взять, а. Поэтому так, сука, быстро поимели. Ублюдки, я слышу, что вы идете, а. Блин, подмогу вызвали, а. Ты, ничего, ты! Я все вас знаю, а. Блин, тут еще есть. Маленько. Отряд Дельта. Заправка правого бака завершена. Освободите площадку. Я пытаюсь отслеживать твою позицию неприятелем, но металл заблокирован. Тебе придется действовать самостоятельно. Понял, вот почему я никого не вижу. Фу, все. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Это не снизу. Не уверен, типа, мне кажется, что никого нет, но... Ладно-ка. Эй, есть там кто? Напоминание персоналу. О любых подозрительных происшествиях немедленно докладывайте командиру. А? Ничего не вижу! У тебя классная игра, прям реально интересная. Я, может, просто говорю классно, но реально я не стал бы проходить перекрыть, она была бы говно. Вот правда, равно игры я не прохожу. Инженерному и техническому составу начать проверку кабелей и генераторов. Все соединения должны быть проверены дважды. У него дважды. Мне на своем канале очень много игр будет проходить, а. Гонки, ужастики, приключенческие, экшен, в общем, так и не важно. Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников.
Шутка Коля, ладно, пистолет тут малой, назад, малой. Хотел бы я знать, что мы делаем внутри этой ржавеющей посудины, пока остальные болтаются снаружи. Сегодня такой отличный день, а мы тут торчим. Придурок! Тут каждый день отличный, мы же в тропиках! Да, но мне здесь тошно. Интересно, как сюда этот японский корабль попал? Мы же от Японии в такой дали. Ты тупой или прикидываешься? Правда ничего не знаешь? Слышал про Вторую мировую? Здесь было одно из морских сражений. Так вот, как этот корабль тут... Слышал? Спасибо за информацию. Полезная была. Друг, ты жив? Блин, тупой вопрос. Ну честно, сука, ты видишь, что он умер, а? Ты тупой вопрос задаешь. А, блин, ты зараза. Да и сюда. И бегать туда сюда. Ну? Что за чертовщина? Понятия не имею. Просто похнулся, упал. Ногу сломал. Я же знаю, что здесь не всех их убило, оттуда я выстрелял, а? Я просто сознание берег видел всех, кто здесь находится. Поэтому я знаю, где кто находится. Примерно сколько их тут. Конечно, не везде. Стойся, бэйби. Так надо будет все подарочки собрать. Хотя, в принципе, они мне не нужны. Красиво тут, реально красиво. Просто класс. Так, стой. Может, что здесь еще будет, а? Не спешите лучше. Блин, ублюдок, а? Классика приземления. Супергеройская. Ладно. Просто обожаю классики. Фильм здесь пул, а? Жду третьей части, правильно. Даже какая сама. Да и очень много каждых прикольных фильмов. Ну, правда, с этим поиграть что-то игрушку, реально. Шутка. Во время коронавируса самое то, блин. Красивый дом, поиграть, купить фальсики игрушки, фильм поставить, еще какие-нибудь делами заняться. Я вот полезно скорее совмещаю. Играю. Она совершила нападение, наверное, он ищет ту девчонку. Ясно, тут он ее не найдет. Она на пути в бункер. Похоже, придется защищаться сами. Теперь я знаю, что вы вот тут нет, и она на пути в бункер. Самой Вэлл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэлл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Я еще поменялась на вечеротку. Окей. Был? Или красивая? Коника, идем дальше, все. Что будет? Я зачистил. А как сюда зашел? Зачитается. Ты видел? Внимание всему персоналу. Заранее повторюсь. Объявлена боевая тревога. Вертолет. Сука, надо были как Рома. И как, блин, на этом уровне, кто есть, код выбрал, тревоги, Дельта. Будет. Всем отрядам код Дельта. Висить. Блин, ничего себе, у меня жизнь поимела. А, чё с тобой улетать?
блядь, того, блядь, как? Теперь стрелять нельзя, конечно. Ну ладно. Блин, жизни мало. Жизнь не рисковать. Куда у нас столько? Да что не пытайся. Ничего себе, блин. Ты будешь сейчас учительница. Возьму броника. И жизнь. А ну выходи! Блин. Есть ублюдок. Я понятия не имею, блин. Что тут пошло? Может быть, тут никого больше нет? Сука. Так, как ты? Ого, как ты стреляешь-то. Чуть за зарыв был. Вроде бы я всех же остался. Без ветер, да? Я по-быстрее сейчас бегаю, а? Тебя ты упал, что ли? Или не показалось? Или послышал? Ладно, пофигу, не знаю, где вертолет. Все, идем дальше. Блин, блин, блин. Ну-ка. Вау, крутяк. Ванька, все, пошли дальше. Потомчиков на сука. Ремечка полная. Тут потом я все уже взял. Ну ладненько. Все, понял, сейчас надо найти его лодку. Спасать, вэл. Так, тут быстренько ловим. Чтобы они не смогли. Перебрать, так сказать. Сюда. Здесь еще больше никого нет. Не, нет никого, все. Так, просто быстренько это сделаю. Все, хрень перебираются. Раз, два, три, бомбочка! Ого! Я взял лодку. Что дальше? У нас единственный шанс. Разрушить коммуникационную сеть на острове. Как мы сможем поднять суматоху, во время которой ты скроешься? Для этого ты должен добраться до острова Кабат и держи курс на восток. По пути тебе вряд ли кто подскажет дорогу. Понял, понял. Сами как себя буду, Ведьмак. Пожалуйста, я следую. Всем пока-пока.